Всем привет! Всем привет! Меня зовут Елена. А меня зовут Сергей. И вы на канале «Дачные секретики». Все правильно. Мы рады, что вы смотрите наш канал и надеемся, что вы досмотрите это видео до конца. Сегодня суббота, а значит очередной выходной день. А для нас рабочий, потому что мы приехали на дачу. И сегодня опять будем заниматься чем-нибудь полезным. Пока немножко покажем наши достоинства, что расцвело, что изменилось за неделю. Расцвели почти все тюльпаны и уже почти отцвели за неделю. Порасцветали груши, начинают расцветать яблони, вишни в полном разгаре цветут. Я установил бочку для летнего душа, набрал в нее воду, подготовил летний душ уже к использованию. То есть можно заезжать и жить? Практически да. Сегодня первый день, вот настолько тепло. Видите, Сергей уже даже просто в футболке. Да. Но на небе тучи и есть вероятность, что может пойти дождь. Снимаем дальше? Ну, наконец-то. Вот наш ежичек. Маленький. Маленький. Чего-то он днем вылез. Ежик. Может, у меня тут норка где-то. Где у тебя тут норка? Ой, какой масенький. Масенький. Колючий. Ой, ой, не бойся меня. Ой, ой, свернулся. Бежи, бежи. Вот, друзья, хотела похвастаться. Наконец-то на этой клумбочке расцвели мои тюльпаны. Прошлые выходные стояли бутоны, ничего не было видно. А теперь порасцветали. Вот какой красивый. Этот... Что-то в этом году их не очень много. Я разного сорта по 3 штучки садила. А этот вообще такой красивенный, полный. Даже не поймешь, что это тюльпан. Он похоже, не знаю, на пион какой-то. Маленький, но низкорослый, красивый. Ну а по поводу розочек ничего не поймешь. Еще рано что-то говорить. Столбуры стоят. И вот здесь вот... Ой, даже не знаю, как показать. Есть почечка одна молоденькая. Вот. Я надеюсь, что все будет хорошо, и розочка приживется. Ну и второй кустик такой же. Пока веточки голенькие стоят. Мне кажется, вывод надо будет делать уже позже. Хотя бы через еще недельку. Вот расцвели мои тюльпаны. Этот, который желтенький, красивый, в прошлый раз я показывала. Это обычные тюльпанчики. Душа радуется, но все то же самое. Здесь тоже расцвели тюльпаны. Вообще красотища. Вишня цветет. Я обожаю этот период, когда все кругом цветет. Настолько красиво. А вот Сережа идет. Приветствую всех подписчиков, гостей нашего канала. Мы сегодня приехали опять на дачу. Сегодня суббота и, как всегда, дует сильный ветер. Даже не знаем, стоит что-то делать сегодня или нет. Планировали садить картошку, но такой ветрюган, что я даже сомневаюсь, что это необходимо нам сегодня делать. Начинает цвести яблоня. Видите, насколько обильно. Вообще, цветов очень-очень много. Будет ли урожай такой? Не знаем. Там он у нас дальше. Груша. Груши были очень крупные. Беры. О, видите, тут тоже цветет все. Не вижу больше цветов. Мало в этом году, да. Как-то не плодоносит в этом году груша эта.
Зато он вишни. Вишень цветущих моря. Видите, сидит уже бабочка. Бабочка, бабочка. Вот эта вишенка постарше. За ней еще одна вишня. Вишен у нас достаточно. Это еще одна у нас вишня. А за ней вторая стоит. Это у нас слива. Слива президент. Она очень поздняя. И когда уже вообще все сливы отходят, то мы собираем урожай этой сливы. Вот она тоже обильно цветет. Теперь посмотрим тоже. Вот две грушки стоит. Одна груша. Видите, что с этой грушей произошло в этом году? Вот эта ветка полностью засохла. Вот она. Вот. Вот видите. Но мы их не отрезали, эти ветки. Из-за чего? Потому что останется только с той стороны. И дерево будет наклоненное в одну сторону. Для симметрии оставили пока эти ветки. Хотя они уже засохшие. И вот эта небольшая грушка тоже цветет. Друзья, Лена попросила грядку скопать. Но я лопату брать не хочу. Можно я культиватором это сделаю? Можно. Спасибо. Есть у нас культиватор. Сейчас за пару минут все я тут перепашу. Раз пару слов хочу сказать по поводу взрыхления почвы. Я как-то делал презентацию на данный культиватор и рассказывал, что вот этот вот редуктор очень большой. И вот сейчас наглядно видно, что я этим редуктором иду вот здесь и ворочаю землю. То есть редуктор упирается в землю, а фрез это вот по бокам гребут. И для того, чтобы здесь как-то что-то перепахать, мне приходится культиватор туда-сюда вращать, вот так вот, чтобы эти фрезы как бы вот тут перед ним захватывали землю. Итак, друзья, 10 минут. И смотрите, какую грядку я вскопал. Лопатой так много не вскопаешь за 10 минут. Бурьян, который тут был, граблями собрал. Вот там еще вокруг дерева прошел, но чуть-чуть не успел прогроблить. Теперь давайте посмотрим, чем моя линулька занимается. Смотрите, она там что-то сеет. Это редиска. Неужели у нас редиска будет, ребята? Редис жара называется. Ничего себе. Съешь одну редисину и сразу жарко станет. Сегодня, кстати, немножко похолодало. Вчера я в футболке гулял, а сегодня в свитере холодно. Два рядочка будет лет. Этой редиски будет один. Так, а еще будет редиска? А еще будет еще один. Завтрак французский. Вот и заканчиваются очередные выходные. Солнышко уже садится. А мы с Сергеем закончили облагораживать вот этот вот участок. Посадили здесь цветочки. Привели в порядок эхиноцею, кустики. Я посеяла редиску. Сергей перекопал деревья. Здесь посеяла зеленушку.
Что это? Укроп или что? Нет. Салат, рукула и шпинат. Это наш чеснок. Это наш чеснок, который мы удобряли. Стоит красивый. Так. Здесь один рядочек посеяла базилика. Базилик синего цвета, крымский. Я очень люблю базилик. Привели в порядок лучок. Ну и вот обкопали деревья. Это у нас груши. Теперь этот участочек в порядке. Можно заниматься другими работами на следующие выходные. Ну все, друзья, на сегодня буду заканчивать. Пишите комментарии, нравятся ли вам результаты нашего труда. А мы будем снимать для вас все новые и новые видео. Подписывайтесь на наш канал. Всегда с вами Елена и Сергей. Всего доброго. До свидания. С вами был канал «Дачные секретики».